DDS8. Привет с 8-го сервера. Привет, Арсен. Юнитек, нет, ты не понял. Посмотри чертежи на ЛТ золото плюс и золото в вспомогательном оборудовании. Подробнее напиши про этот момент. Что типа в золоте плюс только ОЗ, а в золоте обычном атака? Ты в этом плане? Я бы все равно бустил золото плюс. Он увеличит урон техники, увеличит огневую мощь техники. И после того, как он увеличит огневую мощь техники, у тебя офицеры будут больше урона наносить со скиллов. О, годовщина! У нас есть ОБТ, обратите внимание. Примите участие в событиях годовщины, чтобы выиграть эксклюзивные медали. Глеб, 500 рублей! Хе-хе! Сука! А, и смайлики, и смайлики. А вот, сука, и ленился сказать, какой альянс. Ладно, ладно. Но я не поленюсь, я хочу знать, из какого ты альянса. Восьмой сервер. А, и никакой. Сразу в одном ответе пиши ник и сервер. Вот так лучше. А то подумают, что я там этот. Так, примите участие. Вот у нас ЗБТ. Вот у нас ЗБТ. ЗБТ. Точнее, ЗБТ. Закрытый бета-тест. Что у нас тут с вами? Подарки за вход. Воу! Смотрите-ка, вот это! Входите в игру 7 дней, чтобы получить 100 универсальных купонов! Купонов! 100 универсальных купонов, господа! На халяву! 100 купонов! 100 купонов! Вот это охереть можно! Подарки за вход! 100 купонов! На халяву! Тут еще годовщина! Та-ра-та-та-та-та-та. Смотрите, ролик какой! На секретном заводе в самом сердце пустыни возобновились разработка проекта Омега. Не успел прочитать. Что-то там. Десантники получили приказ сопроводить чип на завод ворону. Таким образом, чтобы не успел прочитать. Пехота. Он наверняка попытается отнять чип силой и... Вообще нихера непонятно. Смотрите-ка! Смотрите-ка! Вот она годовщина. Она будет через 3 дня примерно, плюс-минус. Что у нас тут есть? Бинго, да? Бинго. Награды Альянса недоступны. Награды за ранг. Проклятая пушка. А, это скин. Скин. Нам выдают скин, да? Правильно я говорю? Правильно, у нас будет скин. Сейчас посмотрим. Дальше, легендарный выставочный зал. Через неделю откроется зал Перси. А я не знаю, что там в Перси будет. Надо будет это... Взрывное восхождение. А, это и есть вот это бинго. Это просмотр наград. А, вот он. Проклятая пушка. Огневая мощь плюс 10, урон войск и базы плюс 5. Золотой метеор. Это бомбер. Это бомбер для Либерти. Это бомбер для Либерти. Бомбер для Либерти. Пушка-молния. Эффект наземной атаки. Плазменная буря. Эффект этого. Нифига себе, ребята. 20 тысяч ключей. Но это хер мне. Хер мне членом в рот. А не вот такие награды. Да? Да. Просмотр наград мы посмотрели. Просмотр скинов. Вперед. Вот это Оптимус Прайм! Вот воин Омега и вот он. Проклятая пушка. Вы посмотрите, как он выглядит. А как он выглядит, интересно, в этом, в большом? Смотрите, какая красота! Это просто трансформер. Это трансформер. А, вот это скин будет из этого. 100% из... легендарного зала Перси. Типа футуристичный такой. Но вот этот Оптимус Прайм, конечно, вообще красавчик. Вот этот трансформер.
Блин, красота, конечно. Вообще шикарно выглядит. Пушка-молния тоже офигенно. Да и воздушная атака офигенно. Так, дальше. Боевая панель. Пустынная гадюка. Это для советской арты. Дальше. Скоростная звезда для Эльки. Дальше. Монумент. Хер его знает что. Скин базы в честь годовщины. Или объединенное командование, или дворец пингвинов. Откройте, чтобы получить одну. Либо эту, либо эту. Вообще шикарно. И воин Омега. Огневая мощь, урон артиллерии. И вот эта штука. А, вот здесь. А, это всему серверу надо донатить. Да, это всему серверу надо донатить. Боевая машина. Отвлечь и уничтожить спецназ. А, это вороны. А, вот оно, пингвин. Вот он, где получается этот халявный скин. Это за воронов и флаги воронов. Не тратьте сейчас энергию. Не тратьте сейчас энергию, потратите ее вот потом. Дальше, что у нас? Дорога памяти. Варпас. Варпач. Альбом. Ну, у нас был такой альбом на первую годовщину, кто помнит. Так, ладно. Получить. А, тут награды будут, смотрите, на каждой страничке даваться. Видимо, за ваши достижения. Да, я думаю, что... Я думаю, что награды будут даваться в зависимости... О, это что такое? Альбом. А, альбом. Завершить. Так, дальше. Викторина Альянса. Это мы с вами знаем. Красные пакеты. Это за донат. И... А, следующая лучшая база. Гигабайт, эксклюзивное украшение. Ваша команда уничтожит уникальное с простым интересом. Украсьте свою базу, покажите ее всем и получите приз. И получите приз. Вот какие события будут на годовщину. То есть получается, получается легендарный зал Перси, бинго. И вот, смотрим по здесь. Бинго, пакет, поездка на годовщину. А, ну это понятно, это у нас стандартная тема. Операция контрразведчик. А, это понятно. Все. То есть получается, что на годовщину у нас будут шары бинго в основном, да? Да, бинго будет. Скины, красные пакеты какие-то сраные. И вот эта халява 100 купонов. 100 купонов на халяву. Вот, собственно. Вот, собственно, и все. Вот, собственно, и все. А, нифига. Нофига. Вот такая рамка еще будет. Рамка шикарная. То есть мы можем ее здесь посмотреть. Вот она. Будет еще вот такая рамка, эксклюзивная рамка для аватара, события, годовщина с калашом. Вот такая. О, еще вот такая рамка. Вот такая рамка еще будет. Вот такая и вот такая. Вот такие рамки у нас будут.
Так, ну это то, что нас ожидает на годовщину Варпаса. На годовщину Варпаса. Что нас будет ожидать? Уже совсем скоро, буквально через 3 дня.